Приветствую вас, дорогие друзья, и как уже могли догадаться, это очередная серия игры Swanty Tubies бета-версии, и я очередной раз попытаюсь собрать 10 мисок. Ну что же, поехали. Играть я буду днем по одной ясной причине. Я нихера не вижу этих мисок, чашек, я вижу их только днем. Что же, ребятцы, начнем игру. И вот злобный телепузик уже начал охоту на меня. Но мы не сцикуны. Мы готовы принять удар. И полностью полной решимости отразить его. Сейчас мне будет охереть, наверное, как страшно. Так я обманываю. Нифига не будет страшно или нифига не будет хорошо. Так, ну пойдем сюда, например. Вот это дерево может упасть. Нет, не упадет. А жаль. А жаль. Здесь может что-то есть? Нет. Вот это дерево справа может упасть. А вот она, первая миска, ребята. Вот она! Поехали, телепузики. Найдите меня, ты упадешь, я знаю. Текстурка-то херовенькая. Во-во, полегче. Здесь тоже ничего нет. Идем далее. Казалось бы, что может быть страшно в этой игре, но все равно она по-своему уникальна и по-своему непроходима. Ведь, блин, хрен ее ж и пройдешь. Интересно, что же будет, если мы пройдем всю игру? О, полегче. Так, я знаю, что ты встанешь. После этой... Ёб твою мать, все равно же страшно было. Вот почему мне было страшно? Мне не должно было быть страшно. Но этот звук, эта внезапность. Телепузик розовый продолжает меня преследовать на второй миске. О, нам-то не страшно. Мы же опытные уже в этом деле. И найдем, я думаю, за сегодня мисок 6 точно. Вот больше, конечно же, хочется пройти эту игру. Здесь ничего нет, здесь тоже нет, здесь вообще ничего нет. Обидно, друзья, но мы не продолжаем унывать, идем далее. Пустота и пустота. Хоть бы телепузик там погнался, что ли. Но это уже ничего хорошего не предвещает. Хоть я не... моя реакция испугалась, а я нет, но все равно это ничего хорошего мне не предвещает. Туда я идти не хочу, ребята. Ведь там могут водиться злобные, ёбнутые на голову телепузики. А мы бежим дальше. И сколько я ни кружил, я не могу что-то найти, боковую мисочку. Или просто как бы нет. Или просто меня наебали. Или уже все-таки мне придется идти к центру. И какой-то звук заиграл. В моих наушниках. В тех, кто... мог видеть мои предыдущие видео, знают, что мой предыдущий микрофон погиб. Да, очень мне жаль. Я столько времени прожил с ним, столько провел, столько видео успел с ним записать, но что же, бывает. А пока меня выручает мой старый добрый друг. Старый добрый микрофон, а я знал, ты лишь паршивая текстура. Ну пойдемте в лес. В лес. Зашибись. В лес. В саму пущу. Губь. Поехали. Все же, когда-нибудь мы на что-нибудь наткнемся таки. Или на телепузика, или на этого, как его. Господи. На миску.
Это хороший признак, значит здесь мы не были, значит нам надо бы поискать в этом районе. Опасности я не вижу. А разворачиваться я как-то не хочу. Поэтому продолжим. Пустота. Слева, справа чисто. Слева, справа чисто. Оу, yes! Это все было в одну секунду, и я как-то... Ребят, я обосрался. Господи, я еще не отошел. Да ладно, шучу. Отошел же, конечно, просто довольно-таки неожиданно. Не пугайтесь, это сраный звук пилящих людей. Его я просто запихиваю, как обычный мат, ну... почему я вот здесь на таких участках останавливаюсь? В прошлый раз я собрал 7 и не смог убежать, блядь, из-за этого. Так, опять идем вглубь. Опять идем на свой страх и риск. К этому чокнутому, ёбнутому, блядь, на голову синему телепузику. А говорят легенды, что есть не только желтый на узбережье, но и красный. Он повешен на дереве. И он вас испугает. Ну что-то мне как-то похуй, я никого не могу найти. Вообще никого. Итак, развивочка. Это дерево не текстурное. Это обычное дерево, тоже текстура, но оно не ломается. Опять бы выйти на тропинку. Вот это дерево может упасть. Нет, не упало. Ну, воу, полегче. Вот я действительно успею испугаться. Скримеров ваших, блядь. Ой-ой-ой. 5 из 10. А это знаете что? Это уже половина. И это означает, что эта хрень очень-очень близко от меня. И что мне бы пора, блядь, здесь упадет. А оно, в сущности, оно не испугает, оно лишь хорошо, как бы сказать, перекрывает путь, когда вы идете, господи, бежите от погони, от телепузика. А что я сейчас вижу в своих глазах? А я вижу шестую миску. И опять... Тоже, опять поиграем! Where are you, motherfucker, bitch? Come on! Come in, mother bitch. Ну иди же ты, ну где же ты, ну ахудра. Пытаешься залезть со всех дырок, а херца тебе, херца, я здесь, я все, сука, вижу, блядь. Я вижу, блядь, каждый твой жах. Жах, заебись, сказал. Я вижу твой каждый... Твою мать! Да заткнись ты! Ребята, я реально испугался. Как-то он, ну знаете, ну ох ты, блядь. Как-то он, ну, неожиданно что ли зашел. И все, свой минимум я на серию исполнил, но я постараюсь сделать максимум и выжать все 8 мисок. Господи, какие 8? Все 10 мисок. 8, это ж обычный слендер. Я знаю, что он гонится за мной, что это дерево упадет. Я его хитро обмину. И задержу тем самым того странного телепузика. Но мы едем, идем на подклон. Господи, едем на подклон. Заебись, сказал, конечно. Идем по склону, и наши скорость затормаживается. Блин. Ну где же эти миски, ёб мазафака. Казалось бы, но... Ну и опять идти в лес. Ну пойдемте, господи, хули мне терять. Лишь в который раз испугаюсь и, блядь, начну сыкать от этой долбоебской игры. Конечно, она не долбоебская. Все игры имеют что-то в своем роде. Стиль,
интерес, там подобную штучку. Или же великий бюджет. А некоторые игры просто, блядь, берут и выебывают вам мозг. Вот именно эта игра выебывает мне сейчас мозг. Ну, о чем это я, ребята? Надо искать, блядь, остальные миски. Ну, блядь, я уже вижу, блядь, эту хрень уже в который раз. Что наталкивает меня на идею, что я хожу, блядь, кругами. По центру и ходить кругами. Это же пиздец. Надо найти тропинку и постоянно поехать. Может быть, так я что чего-то добьюсь. Ведь пока на равнине, на площади я, ну вообще в ауте. Твою ж мать! Пиздец, я убегаю, ты мне не страшен, ты лишь пиздюк, ты лишь вонючий пиздюк, фиолетовый пиздюк. Твою ж мать! Вот я проглотил свою слюну. И сейчас спокойно себе иду. Ляй-ляй-ляй-ляй-ляй-ляй, ты меня не гонишь, ты лишь пиздючка, ты меня не гонишь, ты лишь пиздючка, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так ебал я туда подниматься. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Конечно же, это, блядь, было упоротая песенка, ла-ла-ла-ла. Вот-вот тропинка, да. Все, по ней мы будем идти. Мне посрать, будет здесь кто-то, не будет. Я буду просто тупо идти. Все нах. Так что, свой дитюбис, обломайся, блядь. И пойду сюда, ведь там я уже был. Вот это было действительно страшно, скример сраный, блядь. Пиздец, блядь. Уже идем. Куда идем мы с пяточком? Большой пиздец, большой. И дерево упасть должно. Оно упало, и оно затормозило мне, блядь, путь. И вот, если бы за мной кто-то гнался, я бы нихера не успел. Вот для чего эти деревья предназначены. Предназначены, блядь. Сука, я уже заговариваться начал. С этим, сука, Суэнди, блядь, Тьюбис. И вот я ж не ебу, блядь, где нахуй миски? И где эта, сука, ну, этого чисто не испугался. А там, типа, пусто, да? Хорошо. Типа, там тоже, да? Там, да, ну ладно, ну что же. Ну что, пойдем пощекочем себе нервишки? А, почему бы и нет, ребята? Почему бы и нет? Давай, сучка, розовая, блядь. Ты, блядь, ведёшь себя как полный пидорас, блядь. Иди ко мне, сука. Иди, давай, поговорим, блядь. По-мужски, блядь. Давай, сука. Давай, блядь! Воу, полегче, где-то здесь должна быть... Блядь, я ее уже и забирал. Давай, сука! Давай! Давай, давай, давай! Оре, давай! Давай! Ну, я типа хотел сейчас убежать. Ну, что за хуйня сейчас произошла? Ну да пох, ребята. Я надеюсь, хотя бы в каких-то моментах этой игры испугались, чтобы я, блядь, не был таким одиноким, блядь, одиноким пиздюком. Ну да ладно. Что же с этого взять? Очередная серия Сонди Тюбис прошла, я собрал... Хрен сколько, знаете, я его собрал. Я смогу увидеть это только лишь после записи. А сейчас я скажу вам спасибо за просмотр. Если хотя бы в одном моменте вы испугались, поставьте лайк. Поставьте лайк. Пока, друзья. Хороших вам выходных.